я сейчас такая благостная кошка, мурлыка, которая же лежит на пледе и просто перебирает лапами и тарахтит. Я выжатый лимон полностью, но я очень счастлива. Слушайте, я не успела сегодня со сцены, не то, что не успела, я просто в таком была каком-то космосе сумасшедшем, не успела сказать большое спасибо Катюхе Макс из Луни Бэнд, потому что они выступили в этот раз не только хореографами, но и режиссерами-постановщиками данного действия. Они участвуют со мной во всех этих безумных и с подозрительным рвением поддерживают все наши самые сумасшедшие идеи. Мало того, предлагают свои, и, в общем-то, это превращается в ту самую милую вакханалию. Доверяй только чувствам своим, оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят о помощи, то помоги. Если силы качаются, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не опасно было в нас. Песня про самих получилась жестче. Ну потому что на концерте все должно звучать чуть-чуть по-другому, чтобы было что? Правильно, интересно. Чтобы эффект неожиданности, чтобы нечего. Вон, охота такую оригинальную послушать, ВКонтактике себе включил и слушай. А на концертах я очень люблю, когда все звучит по-другому. Мое сердце переходит на бег, когда тебя это долго не вижу. Ты знаешь обо мне все, что можно знать. Знаешь обо мне все, что можешь знать, только ты. Я очень рада тому, как люди приняли песню с Бурито, потому что это было очень круто, это было неожиданно круто. Хотя песня сейчас звучит, и это приятно безумно. Ребятам приятно вдвойне, потому что я как-то все равно на все это спокойно достаточно реагирую. В ротацию, ну, хорошо, это в хит-параде, ну, здорово, в хит-параде. Алло, Лиза, ты понимаешь? Я понимаю. Вот, они очень волновались, а все случилось, я очень рада, они очень счастливы. Ура, ура, мир, добро, любовь. Душевная душа Лейсан в какой-то момент сама ко мне пришла и сказала, я бы очень хотела станцевать. Тайну храня, я пришла за тобой, чтоб ты выбрал меня. Паша просто на своем последнем сольном концерте, огромном, на котором мы были, очень красиво рассказывала про свою любовь. И Лейсан очень захотелось им чем-то ответить. То, что она умеет делать, действительно невероятно, это танец. И в танце страсть, любовь и сила просто вселенной. Какое-то количество песен записанных, конечно, к альбому. И потихонечку, еще будем потихонечку их писать, худо-бедно, кое-как сложим в какую-то приятственную концепцию и выпустим пластиночку.
но когда я выхожу на сцену, мне обязательно надо верить в чудо. Это обязательно, потому что, ну, я говорила об этом сегодня, говорила об этом много раз. Невозможно передать словами ту магию, которая происходит на сцене между мной и людьми, которые пришли просто для того, чтобы выразить мне свою любовь. Это идеальная вообще формула обмена любовью меня и зрителей. Вон как двигалась эта картина. Я был как художник, лепил из пластилина любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась. Цвета, те, которые мне не давались, я брал их под сердцем, они там валялись. Так нет, не пылились, просто не брали цвета редкой боли, любовной печали. Цвета, цвета крови, бегущей по венам. Цвета, цвета крови, бегущей по венам. Они так стонали, они так кричали. Я чувствовал тело. Вроде того, быть или не быть, я хотел. Я считаю, что все прошло, ну вот прям процентов на 90, так как хотелось. Вот, но по эмоциям в какие-то моменты зашкаливало за 100%.